Всем привет! Чтобы сделать вот такой милый цветок, вам понадобится максимум 5 минут времени. Обычный классический станок Rainbow Loom, резинки как минимум двух цветов и, конечно же, вязальный крючок. Разворачиваем станок так, что стрелочка смотрит от нас, то есть отверстие смотрит от нас. Я беру каждый раз по две резинки и одеваю их по кругу, начиная снизу и иду против часовой стрелки. Затем я беру одну резинку и сворачиваю ее в три раза вокруг последнего столбика верхнего. Перед тем, как мы начнем плести, нам нужно сделать серединку для цветка. Для этого одну резинку другого цвета я сворачиваю 4 раза вокруг крючка. А другую протягиваю через них. И одеваю посередине нашей конструкции. Теперь начинаю снимать резинки именно с того места, где я одела в конце резинку, свернутую в три раза. Я подхожу под нее и вытаскиваю каждый раз по две резинки, так же, как я их одевала, и иду в обратном направлении. То есть, если я одела резинку вот отсюда слева вверх, то, значит, иду обратно я сверху влево. То есть, я резинку возвращаю туда, откуда она пришла. Но, естественно, зацепив за ту, которая одета сверху. Последняя резинка нужна для того, чтобы закрепить конструкцию, чтобы у нас была петелька, на которой мы сможем брелок потом подвесить. Должен быть не обязательно брелок, этот цветок будет отлично смотреться как сережки, например, или их можно сделать несколько штук и соединить в один браслет или же в ожерелье, или одеть на заколку и носить в волосах. Я надеюсь, что урок вам понравился, ставьте мне большой палец вверх, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал и смотрите меня почаще. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!